на машине, на моей, на велике тут найдем. Вроде нормально, да? Здорово! Ты что тут делаешь один? В этом году в Корею не ездил, так что придется вот по таким велодорожкам кататься. Какой зашибец! Рыба, 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 вон она. Хорош, хорош. Тихо. Все, это ваш домик. Будете тут зимовать, поняли? О, как не любить Приморье наше, а? Ну вот так-то уже. И воды так много. Счастье на лице, видите? Счастье. А вы так же с палочками тут ходите, да? Я с палочками пока еще хожу. Такие вот дегроды гоняются. Поехал я на своем железном. Всем привет! Поездка сегодня у нас. Сейчас вылез на Артеме Приморском 3. Артем Гресс. Такая картина, капец. Что-то ни разу здесь не вылазил с утра. Просто вообще техногенная какая-то катастрофа. И там, прикиньте, там же люди живут. Вот это все оседает, капец. Такой душок стоит. Должно быть интересно. Я ни разу вот отсюда не ездил. Старую шиповку сегодня одел, чтобы не жалко было мне до Новонежина ехать. И добью сегодня дорогу, которая идет со Шкотова в Смоленинова, по которой я там заблудился. Сегодня пробью ее до конца. Ни о какой доступной среде даже речи нет. Блин, нифига тут индустриально вообще. Индастриал. Много сталинских домов. Да, сегодня морозненько так с утра. Ор. Тут еще влажность. Заметьте, какой снег черный. А здесь у меня сестра жила. Вон двухэтажный дом. Просто ни разу здесь на велосипеде-то не катался. Куда-то, короче, сюда, да? Сейчас рыбаков подожду. По-любому идут на Артемовку. Экология тут не самая хорошая. У меня сестра здесь жила. Построила дом двухэтажный, потом продала его. Там озеро Лотосов, вон оно. А за Латвал как проехать? На речку, на Артемовку, вдоль Майхи. И упрешься в узко. Пройти можно, я думал, ты на машине, на велике тут пройти можно. А в смысле, там не охраняется? Ох, нифига тут уток сколько. Утки прям крякают. Что-то ну его нафиг тут. Мисочки стоят для собачек. Такая себе тропа. Блин. А, решил все-таки здесь поехать. Просто вот так вот все. Вау, вау, вау. Да, морозненько так с утреца тут. Зима, хорошо. Будем до рыбака доехать, узнать, сколько толщина льда какая. Толщина льда какая примерно? Сантиметров 10, если судя вот. На мопедах ездит. Ну да, уже нормально. Да попробуй до устья съездить, посмотреть. Там, наверное, вообще, да, аншлаг. Удачной рыбалки. Речка Майхэ. Тут была корейская деревня Майхэ. Сыкотно так, под мостом. Опасно. Ну что, открываем ледовый сезон. Пора. Потихонечку вдоль берега. Без геройства. Можно даже сейчас пересечь и уже вдоль того берега поехать. Строили и не достроили, да? Уже на машине по льду, ну куда нафиг? Только встал недавно. Морозно тут, блин, к морю. Перчаточки с летних переодевай, все равно подстывает, пока достаешь туда-сюда, тепло загоняешь в поги. Ну вот, дно до дна прорезает. Самый отважный по льду, он на машине там, под мостом едет. Охренеть, люди. Градусов, наверное, 13. Ветра пока нет. Ух, надо двигаться, короче. Поленился бахилу одеть сегодня на ботинки. Неопреновые. Надо было, надо было. Было.
Да, ребята, сезон рыбалки более чем. Понимаете, да, картина? Понимаете картину? А, вон море парит уже в километре. Я что, в году тоже здесь открывал зимний сезон. Шикарно, Карл. Сейчас сниму ботинки и погрею ноги. Главное затушить потом, что здесь не пыхнуло ничего. Ну вот так-то уже лучше. Потихоньку так ветерок начинает подниматься. Сейчас чай попью, перекушу. Вот так-то хорошо. Развел огонь, ножки погрел. Все комфортненько, хорошо. Поехал дальше. О, прям поджарился. Надо это все дело приглушить. Из этого образуется песок белый потом. Круто, да? Мелкая ракушка. В этом году в Корею не ездил, так что придется вот по таким велодорожкам кататься. Ем такой ас, уточка. Пах! Готово. Собаку туда. Здорово, чувак, ты чё, велосипед решил мой угнать, что ли? Эй! Ну ты чё? Здорово! Ты что тут делаешь один? О, ребята, то медведь, то зайцы, блин, угоняет мой велосипед. Ну и вон вода, метров 500. Ну тут может замерзнуть туда вот, но это уже к январю. Собачки. С морем прощаемся ненадолго. Вот с этого распадка я вылез в одном из последних видео. А мне надо было вылезти вон там дальше. Сейчас я буду проверять дорогу до Смоленинова. Поедем лесом. Так, ну что, ну домики. По дороге не ездил никто со снега. И без вариантов, это должна быть эта дорога. Будем прикатывать ее, пока там стройки идут всякие эти трассы. Не хочется пыль глотать тут от строек. Считай, большую часть дороги-то это я знаю уже. Мне надо вот только соединить. И будет полная картина этой дороги сегодня. Пока набор. Ох, нифига, тут градиенты поперли. Ничего, если сегодня плоскач у меня с самого утра, то не забывать пить. Сейчас потеть начал просто. Убираем первичное спас-средство для поездок на льду. Это у нас вот такая штука. Через шею чуть что хватаешься вот так вот и в лед, и выгребаешь двумя руками. Прошлое видео я повернул вот сюда, а надо было вот сюда. Все, поехали по этой дороге, я ее уже знаю. Вода стыла в баночке. Думаю, что-то я сегодня еще не кушал, а? Мандаринку же. Скоро ж Новый год.
1 января приглашаю всех на традиционную поездочку по льду. Куда-нибудь закатимся. Вот такое 1 января. А у вас как? Закатил апхил. Такой себе. Вот это класс! По целине прогнать. Обалденно! Такая ж у вас доля собаку держать. Ну вот, люди тут гуляют все равно. Четыре, пять, шесть собак. Ну, ё-моё, это что за дело? О, так вот правильно. Трусливое племя. А пошёл так. Поехали. Магазин, а я ж сюда заходил как-то, покупал тут что-то, помнится. Ну, пришел его час, видимо. Опасно тут. Лепнина даже вон присутствует. Все, что можно вынести, уже вынесли, да? Ну, тут комната директора, наверное, была. Чуть ли не велодорожки, смотрите. Магазин «Витёк». Кстати, РЖД все-таки беспокоится о людях. Вот эти вот столбики, это не просто так столбики. Это здесь будет ограждение противошумовое. Рыба, 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 рыба. Вон она, вон она. Вот как тут ехать, блин? Как тут? Открытие ледовых покатушек, блин. О! Фига тут. Ё-моё. Прикольно. Короче, я тут буду ехать километр в час, что ли. Ехал бы себе до Романовки, доехал. Что вот я полез сюда? Ну, вроде получше дальше. Вода вон, не вода, все какое-то в заломах. Загребаюсь в Романов. Да, тут нормально все. Все замерзло, вода стоячая. У нас горячая еда опять. Мясо с зеленым горошком и морковью. Полюбилось. Все, занялся. Вот так вот. Ледовый обед. Темнеет так рано, блин. Так вот ничего особо не запланируешь. Хотелось еще кое-каким маршрутом проехать. Там нужна разведка. Смогу ли я перейти речку Суходол? Надо будет сначала к речке подъехать, посмотреть, что с речкой, и потом уже решать, как поехать на Ванежный. Какой зашибец, а? На природе так еда вдвойне вкуснее. Не то, чтобы вдвойне, втройне. Все равно сегодня такая щадящая погода. Вчера было намного хуже. Ох, двигаться надо, двигаться. Да, такая участь детских игрушек. Дети наигрываются, игрушки выбрасываются. Да? Я тебе домик нашел, смотри, Мишка. Давайте, зимовать будете здесь, поняли? Ребята, нефиг замерзать тут на помойке. Все, это ваш домик. Будете тут зимовать, поняли? Ну что тут у нас с речкой? Ну, вон там замерзло, а тут и не замерзло. Коники пасутся. С конями вообще не знаю, как обращаться. Они же бывают и кусаются, да? Хорош.
Хорош, хорош. Хорош, хорош. Ой, хорошо, ветра нет. Еще куда-нибудь отверну на речку, посмотрю, что там. Ладно, конь, пока. Поехал я на своем железном. Вот, тут рыба есть, нифига. Вон, 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 вон рыбы сколько. Видно? Вон они, вон они, вон они. Нет, на суходол еще рано. Только-только вот-вот, вот здесь вот где-то замерзает что-то, но и то как-то опасно тут. Да, горные речки пока еще только-только. И воды так много. Довольно. Местные, кстати, вот молодцы, они следят тут. Да даже кто-то, кто приезжает сюда, они как-то стараются здесь не гадить. Здесь в основном такая публика хорошая. Постоянно сюда ездят. Солнце уже садится и сразу так ощутимо холодает. Вот это вот, вот очень опасный лед. Вот сюда вот не ногой. Это просто вот так вот проваливаешься и все. Рыхлость стопроцентная. Так уж и быть, немного асфальта, пару-тройку км. Как вот после этого трассу любить? Только что вот проехал какой-то просто какой-то дегрот вообще просто проехал. В полуметре, такое ощущение, что специально пронесся. Я вам факт показал, конечно, хер ли толку. Такие просто убивают и все людей. Хабаровский вон, пацанов. Несколько лет назад он. Пьяный такой же. Просто насмерть одного. Вот из-за таких вот люди и гибнут. Так что поехал я по лесу. Олени не только по дорогам ездят, но и настоящие олени просто с рогами тут бегают. Ой, какая лепота, а. Сейчас солнце сядет. Сразу дубарь дарит. Вот дорога, все, выезжаю за нее, короче. Вот это вот другое дело. Какая жопу трасса. Я вас умоляю, ребята, ездите пореже. Вот тут реально целее будет. Здравствуйте. На шипованной резине? Да, молодец ты. Я и по льду, я в Артеме. Ты с Артема прямо прешь. С Артема по льду. Это же мы с тобой годов два тому назад, наверное, или больше. В 16-м году, да? Я вас встретил. Я видео снимаю. Да, 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 вот здесь мы с тобой. Да, у меня на Ютубе даже вы остались еще там. Молодец, вот это ты даешь. Это ты молодец, это мои собаки, не бойтесь, они у меня вообще хорошие, они самые-самые, что ни на есть. А вы также с палочками тут ходите, я также с палочками пока еще хожу. Хотя 8-й десяток уже, а я потихоньку хожу. Это тут вообще замечательно. Ага, как стоит вот эта... Стена, да? Вал. Вал вот этот. Вал, да. И вот тут есть вот такие выходы, это вот стояли, когда на их набеге были когда-то, вот здесь вот эти они видели, что делать им. Завалом этим не видно, а вот здесь они эти становились, и им видно, как руководили. Да, там же были северные ворота. Здоровья! Человек живет тут с 68-го года. Интересно. Холодает просто дико тут. С
Спасибо, что посмотрели это видео. Было, конечно, круто. Не зря я сегодня все-таки поехал. Зима впереди, ледовый сезон открыт. Всем пока.